Не снимай, не выкладывай. Короче, эти... Надо было нарезать. Передевание тут происходит у нас. Конечно же, все по-серьезно. Я, короче, чек не заснял, теперь буду догонять. Короче, список. Можно было нарезать название песен на бумажке и вытягивать лотерейкой. Надо как-то все-таки это... Подъем темпа. Почему так сложно всегда, а? Не знаю, почему. Мы что, первый раз, что ли, играем? Я не знаю. Давай, вот что такое, блядь? Почему? Стоп, кстати, была мысль. Давай стоп, да. Хорошо. Так, стоп. Так. Так, может, пока замаскироваться. Ну, ладно. Нормас. Так, разогреваемся немножечко. Это Славик прыгает тут. Ну да, то что потом. Зарядка. Конечно. Смотри, так, стена так идет. Баба. Ну да, это как там? Баба-баба. Разводочный вот этот как-то. Да, ресторанчик. Распределительный этот узел энергетический, видишь, там было подлезть куда. А, это датчик какой-то? И написано, что лестница освещения гипсом. Ясно. Такие вот барабаны, короче, в гипсе не стоят. Если у тебя нету ни хрена, тебе дадут это. Причем пластики-то новые. Новые пластики. Это я бы не сказала, что сильно новый. Это точно новый. Я так понял, что вот этот барабан почти не юзается, потому что... Он как бы почти что... целый. А вот этот уже, видишь, какой задроченный. А с этим вообще не сравнить. С алюминиевыми, с этими штуками. Ух, ёпарсы-то. Десятый томчик. Ты ж так его любишь. Я люблю, но только настроить его надо. Вот такая вот серия Force 2005. 6. Окей, принято. Так. А вот Снейр 507 серии. Вот, короче, если у тебя нет ни хрена, тебе дадут вот эту педаль, вот этот Снейр, вот этот хэд с пружиной, которой можно ногу накачать. И вот играй как хочешь. А тут что? А это 507, короче. Тут, получается, тут две установки было когда-то. Вот 2005 это неплохая еще установка. Вот эта вот Sony. Она очень такая прям добротная, такая тяжелая, тяжелая такая прям. Если вот с этой сравнить, тут скорее всего береза. Да? Надо запустить как-то. Давай. Так, вот все наши списки. Мы взяли и, короче. И написали. И, короче, высрали. Три отделения сразу. Да ну и правильно, чтобы потом не думать. РХБ, вы поняли, кто такие есть? Пишут про них такие всякие штуки. А тут что? Метео. Не, вот это что? Малю, Талю или что? Малю. Сука. Сука. Интересно. Вот триагру-трика. Это мы с ними играли, короче, в ЕКБ на одной сцене. Пацаны качают вообще. Такие рэп такой, рок-рэп такой. Как это, блядь, назвать-то? Рэп-кор.
не выкладывай. И попадешь в ролик, и тебе будут просто в каждом блоге. Не снимай, блядь. Ну все. Во-первых, я на больничном, я не люблю проявление своего фейса, короче, где-нибудь. Кто тут что смотрит, блядь? 100 человек подписчиков, блядь. Всех спалил, блядь, все пиздец. О, я вообще не стесняюсь. Найди директрису ее, короче, и отметь. Что я тебе? Так, что-то начинает происходить, короче. Раздеваемся. Нафиг ты поешь, я же подставлю музыку. А хотя нет, не подставлю. Слава с массы слез. Раньше на массе был. Сейчас свой или белый? Сушится, чего? Андрюху надо, Андрюху, чтобы он тоже это. Я свой надену. Облачался. Ну что же там, что, во-первых, гигиена. Перформанс. Как это? Перформанс. Все, да, да, у все, группы должно быть все, все, должно быть все общее, поэтому оргия. Я следующий репетиции вижу вас в образах на сцене. Теплый образ. Санек. Полирую, короче. Вот такой вот трындец тут происходит, короче. Вот так. Группа там тепло. Теплый. Мы после концерта сразу в баню. Даже не будем переодеваться. Прям так и пойдем. Нырять в кафе. Вообще, я 33, сколько лет я уже горячий. Играю? Наверное, лет 20. Первый раз в таком перформансе участвую. Это только цветочки еще. Реально, ну, да, надо придумывать еще. Ни разу в жизни. Я хочу выйти в динозаврик на дубной костюм. Только как в нем играть, я не знаю. Ты уже сам смотри, как это. Я не знаю, как в нем играть. Пошлите играть 7 мышмых. Все, пошкандыбали. Пошлите играть 7 мышмых. Так, я сейчас еще камеру куда-нибудь поставлю. Стоп. А что, это вся вода, что у нас есть, да? У меня еще бутылочка есть. А у тебя еще бутылочка есть? Да. Ништяк. Реально, как будто эта дверь в баню, блядь. Саны, да? Все готовы. Да, готовы. И коленки такие белые. Сука, у меня коленки видно. Че за пиздец?
У меня жопа прилипла к трусам. Ой, наоборот, как. Да пиздец, если честно. Я мокрый весь. Вообще шикардос, блин. Пиздосям, вы чё? Вообще. Прикольно как бы. Это прикольно, было, но жарко. Это, да, это было прикольно, но... Ну, жарковато. Ну, да, жарко, но терпимо, в принципе. Ну, да. Фу. Виталин халат, короче, он слишком толстый. Мокрый теперь. Ты чё, ты там угар. Ты только что увидел? Нет, я давно увидел. Я давно увидел, что за прикол. А почему в трусах? Я не понимаю. Почему в халатах и в трусах? Потому что иначе, блядь, жарко, пиздец, блядь. Как еще? Трусы надо было снять. А, ты трусы, понимаешь? А, да, да. Ух ты, какой. Цветники, блядь. Такой цветник, короче. Цветничок. Аня, ну бля, встала, вышла. Я на этих вот не сижу, на этих вообще. Ничего на этих новах, на ютубах. Одна чувиха с всем привет! Подписывайтесь на мой канал Ава Культура 713. Всех рада видеть. Подписывайтесь на мой тикток. В натуре, что ли? Там тепло рулит. Ну вообще. Блин, я так камеру на самом деле, Александр, это было прикольно. Смотрите мне, смотрите. Как ты сказал твой канал? Авакультура. Авакультура. Взаимная подписочка. Да, взаимные подписочки, лайки, репосты, ставьте комментарии. Да, оставляйте комментарии. Под колокольчик. Это я знаю. Колокольчик. Колокольчик, да. Всем писать. Подписывайтесь на уведомления. Не такая. Добавляйте нас в закладки. Закладки, добавляйте нас в закладки. Донатьте нам. Донатьте. Че вообще, какие слова умные? Блин, нифига себе. Сколько это, да? Ну да, да, мы же сколько всего? Что еще? Что еще? Потеха сплошная. Спонсор канала еще есть. Точно. Есть. Да, спонсируйте канал, типа, а, да? А кто спонсорит? Ежемесячный, короче. Спонсор вот найдем. Есть такая штука, можно спонсировать. Можно вкладывать бабки в закладки. Прикольно. Бабки в закладки. Ой, ты хорош, потому что мы не такие, вырежьте это. О нет, о нет, не надо, я снимаю. Так, я доставил до дома Тёмку. Что-то по дороге не снимал. Сейчас качусь домой. Так, здесь, наверное, я направо уйду. Прикольно, дом так светится. Вот. Прикольно, так затусили. Мороз на улице, как кошмар.
шикарный просто. Окошки, видишь, все за это. Замерзли. Включил сейчас печку на окна. Отмораживаю. Потихонечку. Собственно, наверное, буду на этом закругляться. Закруглять свой бложик. Если тебе понравился этот бложик, ты вонзи лайк, подпишись, чтобы не пропустить следующий блок. Бложик. Вонзи этот, как его, колокольчик, чтобы знать, когда выйдет новый бложик. Не забудь комментарий написать. Видишь, сколько делов, да? Вам кажется, что это дохрена делов, а представьте, сколько мне было делов снять этот бложик, потом смонтировать его, потом выложить и ждать, пока ты напишешь свой комментарий, а ты не напишешь. Вот. Ладно, пока, до завтра. Ой, до завтра, до следующего бложика.